Вот уже 2 года поклонники следят за развитием истории любви рэпера Текилы и телеведущей канала «Россия-24» Марии Беловой. Сначала звезды не афишировали отношения, но после их совместного появления на свадьбе певца Мота скрывать роман стало бессмысленно. В мае 2018-го рэпер сделал избраннице предложение на Мальдивах, а 4 июля в Москве состоялась долгожданная свадьба. Для церемонии Александр Тарасов, более известный как Текила, выбрал коричневый брючный костюм. А его невеста отдала предпочтение утонченному белому платью с полупрозрачной юбкой и глубоким декольте. После росписи в ЗАГСе влюбленные опубликовали несколько романтичных кадров, не скрывая, что очень счастливы. «Мы семья», — лаконично подписала снимки Мария. Среди гостей, приглашенных на роспись, оказался и давний друг рэпера Дмитрий Тарасов. Футболист посетил церемонию вместе с супругой Анастасией Костенко. Для мероприятия модель выбрала зеленое платье, которое многим поклонникам показалось слишком сексуальным. Напомним, ранее Тарасов получил серьезную травму во время матча и вынужден был сделать операцию. Однако проблемы со здоровьем не помешали ему поздравить друга. Правда, на церемонию спортсмен пришел на костылях. Дмитрия Тарасова прооперировали за границей день рождения новой семьи Тарасовых. «Любим вас», — поделился эмоциями футболист. Сразу после росписи Александр и Мария направились в банкетный зал. Ранее влюбленные признавались, что мечтают о пышном торжестве, на котором будут присутствовать все их близкие. Рэпер и телеведущая долго планировали свадьбу мечты, продумывая развлекательную программу и меню. Напомним, что для Текилы этот брак стал первым, а вот его избранница уже была замужем. Ранее Марию связывали официальные отношения с бизнесменом Ильей Лихтенфельдом, но уже спустя пару лет после свадьбы пара оформила развод.